Всем привет! И с вами Исхан Нуба Гейминг. И сегодня у нас ролл скиллов на рысака. Точнее, можно это назвать даже бессмысленной тратой денег и большой глупостью. Ну, все, собственно, как и всегда на нашем канале. Почему, собственно, я говорю, что это бессмысленная трата денег и большая глупость? Дело в том, что ролл скиллов — это довольно затратное дело на рысака. Непростое, в общем. В чем, собственно, сложность? Дело в том, что единственный способ ролла скиллов, который мне известен, это покупка в магазине вот таких вот итемов. Сейчас их найду, где они у нас. Как их называются-то? Ну, я не знаю, короче, вот этих вот смена навыка транспорта. Если не ошибаюсь, именно она. Ну-ка посмотрим на всякий случай. Нет, что, не точно я, но... Да, смена навыка транспорта. Вот это позволяет сбросить один из навыков скакуна и выучить случайный. Навык для изучения выбрать нельзя, но повышается шанс выпадения желаемого. Можно использовать меню конюшни и так далее. Стоит 84 жемчуга. И вот какая вот проблема у нас. Есть у меня конь. 30 уровень. 8 ранг. И у него открыты... Сколько там навыков-то? Я забыл, блин. Считать их надо. Короче, почти все навыки открыты, кроме 4 последних. Это... Кавкур, лошадиное ржание, скорость рок и скорость шаг в пок. Для рысака мне нужно 8 ранга напор, дрифт, карьер, рывок, шаг в сторону, скорость рывок, скорость шаг в бок. В общем, почти все скиллы у меня открыты на этом коне. Остались только скорость рок и скорость шаг в бок. К сожалению, это именно самые эти два навыка являются самыми дорогими навыками для рысака. Их сложнее всего получить. И сложнее всего заролить эти навыки. Вообще, в принципе, чтобы получить рысака, мне стоило бы поступить иначе. О, да. Здесь, на этой конюшне нет ярмарки, поэтому показать не могу. Надо было в другую конюшню идти. Ну да ладно. Собственно, как именно стоило поступить? Надо было зайти на ярмарку, подыскать любого коня, у которого уже есть открытый один из этих навыков. Как минимум один. Желательно. А еще лучше, чтобы оба навыка, скорость рывок и скорость шаг в бок, уже были у этого коня. Остальные навыки получить гораздо проще. Если у него нет 30 уровня, то можно докачать до 30 уровня. Может быть, повезет, и все оставшиеся навыки на рысака откроются сами собой. Если не повезет, просто использовал вот эти смену навыков из магазина. И получаешь... С гораздо большим шансом, чем сейчас в данный момент у меня, получаешь необходимые оставшиеся навыки. И у тебя будет рысак. Это дешевле, это проще и быстрее. Ну, у меня все вечно через одно место. И сейчас я буду тратить бессмысленно тратить жемчуг. С чего все, собственно, началось? Я до этого занимался лошадьми. На ДК прокачивал их постоянно. И если у меня выпадал рысак, получался рысак, я его сразу продавал. Собственно, мне не нужен был рысак. Я просто их прокачивал, продавал и так далее. Если рысак не получался, я их либо скрещивал, потом обменивал. И снова получал 8-рангового коня, и снова качал. Но недавно я загорелся желанием получить иллюзию. А для этого мне нужен был рысак. К сожалению, к тому моменту рысаков всех я уже продал, у меня не было никакого рысака. И вот этого коня, который на тот момент имел 16 уровень, и у него половина навыков, необходимых для рысака, не были получены, я почему-то... Мне было лень, честно говоря, мучиться довольно с этими... прокачивать снова множество коней, чтобы получить рысака. Из обычно у меня шанс получения рысака 1 из 10. Из 10 восьмиранговых коней у меня получался один рысак. Но это в среднем, собственно говоря. Может, у кого-то и чаще они получались, у кого-то может быть реже. Кто-то может вообще ни разу рысака 8-рангового не получал. У меня вот такой вот и так получалось. И у меня не было желания снова делать десяток 8-ранговых коней, их прокачивать. Это долго, мучительно. Я думал, заролю-ка я эти скиллы. Ну и попытался. Собственно, потратил целую 1000 жемчуга и так и ничего не получил. Даже наоборот, умудрился, глупо тыкая наугад навыки, потерял
целый один навык необходим для рысака. Какой там я потерял-то, я забыл уже. Походу шаг в сторону. Да, я по глупости тыкнул, сменил шаг в сторону, но заролить пытался его на другой навык. И только потом сообразил, что он как раз мне и тоже был нужен для рысака. Ну, собственно, вот такая вот ерунда получилась. И, собственно, я запорол вот этого коня. И на 30 уровне он у меня так и не получил вот эти два навыка. Даже вот эти два навыка остались неполученными. Ну, а тут сегодня я что-то подумал и решил, а почему бы еще раз не попытаться? Тем более, так-то у меня есть один восьмиранговый конь уже есть. Я его по правилам, как обычно, как это нужно делать, зарулил. Но на всякий случай, раз уж на то пошло, почему бы еще раз не рискнуть, раз есть возможность? Сразу говорю, вам я не рекомендую так делать. Это действительно большая глупость и пустая трата денег. Вот такой вот ролский ров. Вот эти два навыка. Скорость рывок, скорость шаг в бок. Это получить их будет крайне невероятным везением, если мне хотя бы один из них выпадет сейчас. Но тем не менее я готов рискнуть и просадить целую 1000 жемчуга еще раз. Вот у меня 1000 жемчуга, и сейчас мы попробуем это сделать. Покупать навыки будем, вот эти, смену навыка транспорта по одной. А вдруг мало ли повезет, чем черт не шутит. Так, купим эту штуку. Так, она уже есть у нас. Давай зайдем в конюшню. Итак, какая у нас цель? Цель получить скорость рыбок, наверное. Да. И чё? А я вот не помню, а как это делается? Я забыл уже. А, да, какой изменить? Осторожность, вот, самый ненавистный мой навык. Желаете заменить выбранный навык скакуна осторожность на случайно выбранный навык? Ну да. Лошадиное ржание. Изучено лошадиное ржание. Прекрасно. Слов нет. И теперь уже 7. Шанс выпадения скорости рывок 7. Хотя почему только скорость рывок? Они все одинаковы вон. Даже вот эту цель поставить, что же 7. Вот почему они так делают? Неправильно. Если уж вы повышаете шанс выпадения необходимого навыка, то только на конкретный навык надо будет. Потому что так оно получается, все одинаково повышается шанс. Какая-то глупость вообще. Так, ладно, покупаем еще один. Смена навыка транспорта. Купить. Так, уже просадили почти 200. Хотите лошадь, способную на скачку карьером? Сами вырастите. Так, снова цель ставим на рывок. Сейчас смысл в этом. Так, ну и какой будем менять? А в чем смысл вот этого лошадиного ржания, интересно? Непонятно. Ладно, тоже опять же его и меняем. Окей, да, дурака. Осторожность. Ну вот он так теперь и будет между собой эти навыки меняться, походу, да? Я так понимаю. Ну, хер с ним. В любом случае, даже если у меня не получится, вы сможете увидеть, как делать не стоит. Если нужно на конный рынок или в питомник, конюшня. Цель. И меняем опять осторожность. Вот это самый ненавистный мой навык. Это осторожность. Скорость рывок. О как! Вот это везение. Повезло. Скорость рывок открыт. Теперь осталась только цель шаг в бок. И теперь шанс выпадения его нулевой. Да. Ну что ты скажешь? Продолжаем. Потратим все деньги и будем надеяться, что все-таки этот навык мне выпадет. Хотя вот шансы так как его крайне мало, конечно. Ну, мало ли, вдруг повезет. Надо бы посчитать, сколько я потратил уже. Четвертый, походу. Вот это четвертый же, да? Если я не ошибаюсь. Блин, я уже сбегаю. Я даже не забыл уже, сколько потратил этих штуковин-то. Так, ставим цель на скорость шаг в бок. И меняем, какой навык меняем. Скорость рывок точно не будем. Это будет глупостью силы. Да, тоже несожелательно. Шаг назад пригодится. Шаг в бок хороший навык. Напор. Он необходим, рывок. Или нет, необходим, погоди. Да, напор необходим, рывок тоже необходим. Резкая остановка полезный навык. Высокий прыжок тоже полезный. Быстрый старт полезный. Карьера это у нас
Да, это необходим дрифт. Тоже необходим удар копытами. Значит, что нам остается? Только быстрая посадка, да? Да. Да, его попробуем сменить. Это тоже так-то полезно, да, ну. На конкур сменился, да? Прыжок за прыжком. Ладно. Блин, а какой следующий навык менять? Так-то вам все теперь остались полезные навыки, которые могут пригодиться этому коню. Не только для рысака, но и вообще. Так, ладно, это будет. Мы будем считать пятый, потом еще по видео посчитаю, посмотрю, сколько там получилось. Так, цель. Скорость шаг в бок. Конкур все-таки сменить лучше, наверное. Ну давай, конкур, что ж еще остается они. Быстрая посадка. Да. По глупости бы не ткнуть не в тот навык. Транспорт, другое. Смена навыка транспорта. Покупаем. Купить. Конь — отличный боевой друг воина. Прекрасный конь. Цель. Шаг в бок. И выбираем быструю посадку. Да, ее заменяем. На 5 конкур. А что, они так между собой будут, да? Выскакивать. Ой-ой-ой. Печаль, беда. Ну, хули. О, прошу прощения за маты. Материться нехорошо, не стоит. Ладно. Так, смена навыка транспорта. Купить. Да. Так, мне осталось всего 400 жемчуга. Чтобы добиться Это лучших навыков, плохо. нужна крепкая дрессировка. Боюсь, мне их не хватит. Так. Прыжок за прыжком. Давай сменяем. Лошадиное ржание. Мне вот непонятен этот навык лошадиное ржание. Что он дает? Транспорт, другое. Смена навыка. Так, это у нас седьмая или шестая? Эй, блин, пофиг, потом посчитаю. Эх. Так, цель, шаг в бок. Лошадиное ржание. Меняем. Осторожность. Ну, нафиг мне эта осторожность нужна, спрашивается. Магазин. Транспорт. Так, для транспорт, другое, смена навыка. Купить. Да. Хотите лошадь, способную на скачку карьером? Сами вырастите или спросите на конном рынке. Скорый шаг в бок. Меняем на осторожность. 5 конкур. Так, уже 6. Ты что это? Так, ладно, магазин, транспорт, другое, смена навыка. Блин, мне осталось на 2, да? Или на 3? А, на 2, на 2 навыка осталось. На 2, на 2 смены осталось у меня жемчуги. Ох, как бы не пришлось еще покупать. Не, придется, конечно. Если б я под конец решу продолжить это неблагодарное дело. А я чую, что меня походу переклинит, и я продолжу все-таки это дело. Так, меняем на конкур. Быстрая посадка. Прикольно. Так, походу шаг сбоку я не смогу сейчас получить. Не, зная свое упрямство, я по-любому получу его. И этот конь станет у меня рысаком когда-нибудь. Но вот что мне это будет стоить? Вот в чем вопрос. Да, у меня осталось теперь на один, на одну смену. Женщину. Так, опять цель, шаг в бок. А, погоди, быстрая посадка, да. Изменить. Лошадиное ржание. А, уже 8. Циферка 8. Ладно, последняя попытка. Смена навыка транспорта. Пить. Да, все. Попыток больше не осталось. Так, лошадиное ржание, да? Давай сменим лошадиное ржание. Ну,
Ух, пожалуйста. Получись. Выпади необходимый навык. Да там. Но, собственно говоря, не получилось. Итак, сколько же мы потратили-то? Ну, потратили мы 1000 жемчуга. И из двух навыков. Так, 1000 жемчуга. Это у нас сколько попыток-то? Блин, математика. Математика вообще не мое дело. Сейчас я достану калькулятор и посмотрю. Вообще глупо, конечно. Такую цифру можно бы и без калькулятора. Ну, делим. 4. Че? 11 попыток, да, я потратил. 11 этих смены навыка транспорта. Потратил на то, чтобы получить два навыка, два необходимых навыка. Скорость шаг-бок и скорость рывок. Но, к сожалению, из 11 попыток у меня получилось сролить только один навык. Скорость рывок. В принципе, это, конечно, уже неплохой результат. Я боялся, что ни один не смогу получить. Но получил. Единственная теперь проблема с тем, как бы мне получить последний оставшийся навык. Скорость шаг-бок. И сколько мне понадобится вообще вот этих смен навыка. Наверняка немало. Но я что-то не готов отступать. И решил продолжить. Собственно, сейчас этим я и займусь. Еще чуть-чуть добавлю денег. И попробую еще раз. И вот я снова здесь. И я еще раз положил 1000 жемчуга. Нет, ну на этот раз я серьезно говорю. Это будет последний попытка. Потому что это уже будет перебор. Мне и так надо будет сейчас думать, как бы спрятать такую бессмысленную трату денег от своей подруги. Покупаем 12-й, получается, да, навыка. И продолжаем наши бессмысленные попытки. Еще раз повторяю, еще раз говорю, не повторяйте за мной подобную глупость. Это бессмысленная трата денег. Глупая, бесполезная. Мне очень больно по вашему кошельку может ударить. Так, ладно, цель поставили. И меняем мы на быструю посадку. Вот. Быстрая посадка, смена навыка. Ага, хрен-то там, конкур. Большое спасибо за конкур. Транспорт, другое. Смена навыка. Купить. Да, покупаем. Конюшня. Шаг в бок. Уже 10, шанс 10. И что он мне дает это? Что-то мне, походу, нифига не дает этот шанс. Быстрая посадка. Ну, спасибо. Быстрая посадка. Походу, вернемся к тому, с чего начали. Другое. Смена навыка. Покупка. Да. Можно, конечно, вообще сразу на все купить. Все равно навряд ли выпадет. Ничего не останется. Еще потом еще добавлять надо будет. Нет, добавлять я больше не буду. Потому что это уже перебор. Ох ты, нафиг надо! Да! Ура! И вот, пожалуйста, я боялся понадобиться 2000, а оказалось понадобилось сколько? 12, 13 или 14? Ой, я уже... Блин, 13 или 14? 13, походу, на смен навык. Ну, в любом случае, коняшка, приветики! Здорово, телошатка, мой... мой конь. Так, а кстати, я что-то не понял. Что так серо все вокруг? Я же ремастеринг поставил. А, ладно, пофигу. Меня это не колышет. Так, садимся на коня. Открываем. И вот оно, пожалуйста! Золотой значок. И у меня рысак 30 уровня 8 ранга. Эх, только вот это дело было крайне невыгодным, и я последний раз повторяю. Ребята, не повторяйте за мной эту глупость. Потратить столько денег на то, что можно было бы сделать гораздо дешевле. Вообще, если действовать по уму, то можно достаточно потратить всего одну смену навыков и получить рысака 8 ранга, 30 уровня, если действовать иначе. В данном случае
Мне понадобилось, чтобы получить рысака, мне понадобилось заролить два скилла. Два самых дорогих скилла. Скорость шагбок и скорость рывок. Я, конечно, далеко не самый знающий коневод. Я, по сути, так себе новичок, можно сказать. Но даже я знаю, что для того, чтобы получить рысака, лучше всего пойти на ярмарку. Зайти на ярмарку, выбрать там коня 8 ранга. С уже открытым навыком скорость шагбок и скорость рывок. Желательно, чтобы оба навыка эти были, но это навряд ли. Таких коней не продают обычно. Их обычно делают с рысаками, если уже оба эти навыка открыты. Но если есть хотя бы один из этих навыков, то получить рысака уже гораздо проще. И при определенном везении достаточно будет даже всего одной смены навыка уже на 30 уровне, чтобы получить полноценного рысака. Но я, как всегда, все делаю через одно место и потратил довольно дофига денег. Сколько там у меня осталось на 2753? Ну, в принципе, можно будет потом на что-нибудь полезненькое потратить, не знаю, там веса, наверное, на ДК добавить или может еще что-нибудь. Не знаю, посмотрим. В любом случае, не повторяйте подобного за мной. Данное видео скорее как пример того, что делать, того, как делать не стоит. Чтобы в следующий раз вы знали, что это очень дорого и очень невыгодно. И лучше действовать иначе. Потом, быть может, когда-нибудь я и покажу, как лучше всего более выгодно ролить скиллы на рысака. Но думаю, в этом нет смысла, так как на YouTube довольно много таких видео, которые показывают, где показывают, объясняют, что как лучше делать, как выгоднее это получить, как проще. И там объясняют гораздо лучше и подробнее. В любом случае, спасибо за просмотр и до свидания.